Новое оборудование продолжает поступать в нижегородские лечебные учреждения. В этом году на техническую модернизацию больниц и поликлиник в Нижнем Новгороде выделено почти 3 миллиарда рублей. Эти средства направляются по нацпроекту и из областного бюджета. В поликлинику номер 7 Нижегородского района поступил новый цифровой рентгеновский комплекс. Конечно, значительно удобнее, если это цифровой аппарат по сравнению с пленочным аппаратом. Преимущество вообще очевидно. Изображение получается мгновенно. Есть возможность компьютерной обработки этого изображения, доза облучения значительно меньше, качество и информативность снимка лучше, соответственно, диагностика выше. Использование цифровой техники диагностической позволяет объединить сам диагностический кабинет, где расположен аппарат, с рабочим местом лаборанта и врача и создать единую информационную систему. Приходилось, допустим, делать снимки, проявлять, фиксировать, сушить, обрезать, потом уже готовить к работе врача-рентгенолога. Здесь, пожалуйста, сразу включил аппарат, нажал определенное действие, сделал, и вот оно изображение. Сейчас, после этого аппарата, конечно, наши пациенты будут очень рады, что им от хирурга можно будет пройти непосредственно в рентген-кабинет, выполнить исследование, проконтролировать, как стоят отломки при переломе, да, и продолжать дальше лечение, имея своевременную, точную диагностическую уже картинку.